नैतात मनो मे तव कथा सुबैकुंठना नैतात मनो मे तव कथा सुबैकुंठना संप्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम कामातुरम हर्षशोकवयशनार्थम तस्मिन् कथम तव गतिं विमिस्वामि दीनः तस्मिन् कथं तव गतिं विमिस्वामि दीनः नैतात्मनो मे तव कथासु वैकुण्ठनाथ संप्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रं कामातुरं हर्षशोकभयैशनार्थं तस्मिन् कथं तव गतिं विमिस्वामि दीनः Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, to get in touch with that transcendental world, to get in touch with that aprakita jagat, there is one and single way. Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur сказал, что для того, чтобы прийти в соприкосновение с тем трансцендентным миром, есть только один путь – это трансцендентный звук. Шрила Прабхупад сказал, чтобы обрести связь с тем трансцендентным миром, есть только один путь – это путь через трансцендентный звук. Он называется Шрутапанта, чтобы принять прибежище у трансцендентного звука. И кроме этого нет никакого иного пути. На самом деле Шрутапанта это точный путь, через который мы можем достичь совершенного осознания, самосознания, иначе невозможно. I'm discussing about Я говорю, сейчас мы будем говорить о Прахладе Махараджи и Нарисимхе. И эта шлока, которую я произнес, она из седьмой песни Бхагаватам. Прахлад Махарадж говорит Нарисимхадеву. Прахлад Махарадж speaking in front of Нарисимхадев Бхагаван. О Господь, мой материальный ум он не может достичь трансцендентного. То есть первая проблема в чем? В том, что Прахлад Махарадж говорит, что этот мой материальный ум он не хочет слушать о трансцендентной Харикатхе. Этот мой материальный ум он никогда не хочет слушать трансцендентную Апракрита Харикатху. Я не могу следовать этому пути Шрутапанте. А нет иного пути, чтобы достичь тебя, поскольку я полон камы крутхи. И Прахлад Махарадж wanted to give us a nice lesson. Хочет дать нам урок. That's why out of his humble attitude. И поэтому из-за его смирения. Expressing the mood. Он выражает in front of Нарисимхадева. Свое такое умонастроение Нарисимхадеву, поскольку мы знаем, что that kind of bondage. Прахлад, он не может иметь таких материальных недостатков, но он говорит все же так, что мой материальный ум, он говорит, что его ум не хочет слушать о трансцендентной Харикатхе. Который прославляет Верховного Господа. И вот он говорит, поскольку я полон вожделения, гнева, иногда смеюсь, иногда плачу, иногда выражаю сожаление, горе.
И таким образом я нахожусь в том положении, в очень плохом положении, как и как возвыситься. И поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит нам то же самое, что без Нислида Шраутапанти. То есть путь, нет другого пути. Единственный путь – это поместить себя в такое место, чтобы у нас была возможность слушать. Это трансцендентный звук, и с помощью этого слушания мы можем достичь самоосознания. И Прахлад Махарадж говорит то же самое. И вот особенно в Гауди Матхе у нас есть Экаян Паянта. Это значит безраздельная преданность. У нас не может быть много разных мнений и прочего, но в Махабхарате мы находим, что там описывается, что нет ни единого риши, чье бы мнение не отличалось бы от другого риши. У них всех разные мнения на этот счет, но мы в Гауди Матхе, у нас единственный путь. У нас безраздельная преданность. Мы не можем следовать непонятно чему, разветвляться на разные идеи, на разную сиддханту, у нас нет такого. Единственное, что мы можем делать, это зависеть от Шраутапанты, от трансцендентного звука, который снисходит через один канал, через единственный канал, и тогда мы можем стать успешными. Мы не можем одобрить то, что принято Экалабхьей, то есть то, что описывается в Махабхарате. Мы не можем это принять. Если Гурудев нам говорит, что не нужно делать чего-то, but he forcefully wanted to get that kind of teaching, which is not at all satisfactory for Dronacharya the Guru. He cannot express that. That kind of procedure is not at all appreciated. Вот, то есть то, что описывается в Махабхарате, это не тот путь, по которому идет Гауди Матх. Мы должны следовать Шиле Бхактивинода Такуру, Шиле Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такуру, полностью не отклоняясь. Иначе проблема, если мы не будем следовать пути, которые они нам показали. И смотрите, Прахлад Махарадж, он один из 12 махаджан. Он один из них. И вот Прахлад Махарадж, он дает нам такой урок в шестой части, седьмой главе, седьмой песни, седьмой главе, седьмой песня, шестой главе. И вот в его патшале, то есть в его школе, Шанда и Амарка куда-то пошли по своим делам, а те дети демонов, которые учились в этой школе, они очень уважали, очень любили Прахлад Махараджа. И когда у них было свободное время, они не хотели играть и терять свое время, они обычно приходили к Прахлад Махараджу, садились вокруг него и спрашивали вопросы. И Прахлад Махарадж также говорил о Бхагавад-дхарме. Он всегда говорил о Бхагавад-дхарме, то учение, которое он обрел от Нарады. И вот это учение, оно превосходно. И вот Прахлад Махарадж сейчас, вот в шестой главе, мы находим, что все дети демонов,
Они сидят вокруг него и спрашивают. И Прохлад Махарадж, он хочет отвечает на эти вопросы. И вот он говорит. Kaumar acharet pragya dharman bhagavatanya durlabham manusham janmo tadapi adhubham arthadam Kaumar acharet pragya dharman bhagavatanya This Bhagavad Dharma, Дети, это Бхагавад Дхарма, вы должны следовать ее и практиковать ее с самого детства. From then you will have to try. С самого начала никогда не рано начать, поскольку это дхарма вашей души. Это атма-дхарма. Бхагавад-дхарма, она не связана с вашим материальным телом или умом, или с обществом, где вы живете. Это уникальное, нечто эксклюзивное, это атма-дхарма. Which you cannot expect это то, что нельзя ожидать как-то, чтобы ей следовали обусловленные души. И Прохлад Махарадж говорит, что эта жизнь, она очень нестабильна. Но все же она очень важна. И после... After long and long time, somehow, спустя долгое и долгое время, you can get this human body. Not always. Так или иначе, вы после великой удачи вы можете обрести это человеческое тело, но это не всегда так получается. Есть 8 400 000 видов живых существ, и вы рождаетесь в каждом из этих видов, и однажды по милости Верховного Господа, вы обретаете это труднодостижимое человеческое рождение. И Прохлад Махарадж говорит, адрубам значит, друва значит нечто стабильное, а друва, соответственно, нестабильное, не временное, но все же оно артхадам, оно очень ценно, оно может даровать вам нечто великое, некий результат. И Прохлад Махарадж хочет сказать, что это артхадам, артха. То есть это человеческое рождение, оно может дать вам нечто превосходное, нечто труднодостижимое. Эйятахи пурушасе яха вишну падопа сарпанам яд эсу сарва бхутанам прио атмисвара сурхит Эйятахи пурушасе вишну падопа сарпанам And you see, that's why in this life И поэтому в этой жизни Вишну сева Вишну сева служение лотосным стопам Вишну это нечто превосходное, вы должны делать это. Это предписание Веды, Ведант, Упанишад и всех остальных писаний. Может быть, Майявади могут найти какое-то другое значение из Вед, поскольку они не следуют Найкаян Падьяти, поэтому у них, у каждого свое мнение относительно всего. Но какое отношение это имеет к нам? Мы не заинтересованы в их мнении. То есть то, что они понимают из шастры, нам это совершенно неинтересно. И настоящее значение вашей жизни – это смысл вашей жизни, чтобы занять вас в служении Вишну, в Вишну-саве, поскольку Вишну, он пребывает в сердце всех живых существ, как Параматма, вы уже знаете. Вишну, он всегда находится внутри сердца, как Параматма, все время. И поэтому Вишну – это слово, как оно образовалось. Сарвабхут значит
везде. Нет ни единого места, где бы не было Вишну. И поэтому это ваша несомненная обязанность служить Вишну, все проникающему, вездесущему Вишну. Вишну, он вездесущ. Поскольку нет ничего, кроме Вишну. Он единственная татва. Единственная, уникальная, которая явлена нам в различных разделенных образах и по милости Майи это все. Но это Адвая Гьяна Таттва. Бадханти таттва гьянам жадган жад бадханти таттва гьянам жад аддаям. И вот это единственное, Адвая Гьяна Таттва. И Прахлад Махарадж, он также говорит, вот смотрите, мои друзья, на самом деле, это привычка всех жив искать счастье. Это естественная привычка всех живых существ. Осознанно или неосознанно они ищут счастье, но они не знают настоящее значение счастья. И хоть они ищут счастье, но они не знают настоящее значение, определение счастья. Подобно тому, как слепой человек, он ищет чего-то. И также все живые существа, все дживы, они слепы. Поскольку они находятся под покровом Майи, из-за этого покрова Майи они не могут видеть вещи такими, какие они есть. Они не могут понять, что счастье внутри находится, внутри нас. Амрита, этот нектар, оно находится внутри нашего сердца. В Упанишадах мы находим такие слова. И вот смотрите, Прахлад Махарадж дает такое свидетельство, что «О, мои друзья!» Если у вас есть возможность посмотреть внутрь вашего сердца и поискать по милости Гурудева, вы осознаете, что вы искали Амриту снаружи, но она внутри вас. В Упанишадах есть такая шлока. It is for Atma. Это для Атмы. You are loving others. Из-за Атмы души вы любите других. Everyone, каждый мать любит от сына сын. Father loving son. Мать, муж, жену и прочее, то есть можно любые отношения, которые есть у людей. А почему смысл этой материальной жизни из-за Майи? Иначе кто будет посвящать так много энергии для поддержания семьи, они получают какое-то наслаждение от этого. А с утра до ночи работают, тяжело работают, чтобы получить немного ананды. Но в Упанишадах говорится «Анандам Брахма». Брахма – это есть ананда. Почему вы ищете ананду? Почему вы стремитесь к ананде, к счастью, поскольку внутри вашего сердца пребывает ананда, вы тоже Брахма.
в том смысле, не в том, что Брахма не отличен от вас. В том смысле, что у вас есть чит, у вас есть качества, такие же качества, как у Брахмы, только в меньшем количестве, поскольку вы изошли из Брахмы, вы из него, для него. So everything. То есть, okay. So sukham indriyakam daitya deho yogena dehinam sarvatra labhate doivad yathaducham ajatnata. Prahlad Maharaj speaking, ho friends, nobody wants to suffer. Prahlad Maharaj говорит, о, nobody never want to suffer. О, мои друзья, никто не хочет страдать. Why? Почему? Nobody want to suffer. Никто не хочет страдать, поскольку страдание это не nobody want to suffer. Не в их природе, запомните, никто не хочет страдать. Nobody want to suffer. You want to suffer? Вы хотите страдать? Нет. You want to enjoy. Вы хотите наслаждаться Ананды. But why then? Но why then? Почему тогда страдания приходят в нашу жизнь и приносят проблемы? Почему вы страдаете? Хотя вы не хотите, не ожидаете, не надеетесь страдать, но согласно вашим прошлым действиям вы должны страдать. То есть страдания приходят из-за ваших прошлых действий, хотя вы не надеетесь, но все же они приходят. You are going to accept it. Вы you are bound to accept вынуждены принять их. You are bound to accept. Вы вынуждены принять страдания. So nobody can avoid. И никто не может избежать их. So, oh my friends, и мои друзья, в любом рождении, может быть, вы родились как свинья или как вепрь. In that case, you can и в этом случае вы также получите все виды наслаждений. If you are getting nice stool, then you если can enjoy, вы в таком рождении питаетесь упражнениями, то вы радуетесь, nice. Получаете yes. блаженство от этого. Those who are pig, что те свиньи, laughing, ah, lot of они, когда они питаются испражнениями, они очень довольны. Yes. And a tiger, а тигры? Huh? Getting one, они you know, питаются плотью животных. Then as blood and flesh, a big utsav. И они получают счастье от того, что питаются такой пищей. И все дживатмы. They say all dживатма, they are enjoying. Они все наслаждаются. According to their own estimation. Согласно их собственным представлениям о наслаждении, о их природе и согласно их природе. You are feeling nice here in Mayapur. Вам нравится жить в Майяпуре и слушать харикатху вам всем. Maybe a man может, from your country, or maybe некие your люди or с вашей страны или ваши like братья, сестры, drink, им хочется куда-то пойти и просто напиться. Twine brother, или one become police, one become thief. Или как иногда бывает, два брата-близнеца, один стал полицейским, другие вором. И у нас нету, мы не можем контролировать всех, не можем влиять на их поведение. То есть все организовано таким образом, что вы вынуждены следовать, подчиняться Верховному Господу, осознанно или неосознанно. Если вы предались Ему, то Господь примет вас. А если у вас нет самопредания, то тогда вы вынуждены страдать. Mami boje prapadante maya metam tarandite. Those who are те, having submission unto my lotus feet, предались моим лотосным стопам, только они могут избавиться от майи и what to do? Выйти из под ее влияния. So any journey, if you are entering the snack, if в каком бы вы snack, life, рождении не родились, в каком бы теле стали змеей или тигром, или, cow, или коровой, или еще кем-то, кто может сказать,
куда вы попадете в следующей жизни, это зависит от того, что вы делаете сейчас. But it is a, in a prayer by all Gauriyas, we under the guidance of Bhaktivinoda. Pashupakhi vayetaki sargeva nirvaye tava bhakti rahu bhakti vinodihita. Наша молитва такова. И Шрила Бхактивинода Тхакур молится: «О Господь, я могу родиться в любой форме жизни, никто не знает, что случится из-за моих прошлых действий». Крита кармам субха субхам. Good and bad activities you are, you know. И вот хорошие и плохие действия, которые мы совершаем, но если в нашей жизни мы следуем наставлениям чистого Вайшнава Гуру, то мы не можем ожидать, что мы будем заниматься в этом случае какой-то деятельностью ради плодов. We cannot expect, because you are, if you are totally regulated by Guru Vaishnava, поскольку если наша жизнь, она полностью подчиняется наставлениям чистых Гуру Вайшнавов, то нет вопроса ни о каком результате наших действий. So we like to get bhakti. Мы хотим обрести бхакти. Прохлад Махарадж. Он говорит. Bhagavat Tattva Vigyan, Prahlad Maharaj speaking. So, who my friends? О, мои друзья, в любой жизни. Leave this body, take another body. Возможно, вы оставите это тело, родитесь в следующем теле. Но, друзья, все то же самое. В любой жизни вы будете наслаждаться и страдать. Иногда наслаждаться, иногда страдать. Это должно случиться. И поэтому я посоветую вам, о, мои друзья, тат праясу на картаббо яту аюр вайохо парам. Бхагавад Махарадж говорит, это мой совет, мои друзья, не терять время, занимаясь такими простыми вещами. И таким образом вы можете потерять ваше время вашей жизни. Когда я был мальчиком, однажды я услышал в новостях что-то прочитал. И что это было? Very nice news. Новость такова была, что один этот парикмахер, он был очень беден, он жил в Талиганже, в Калькутте. Он однажды в лотерею выиграл 10 миллионов рупий. Он как-то поддерживает всю жизнь тем врадобрейством. Но в то время они мало получали. Стрижка стоила 25 копеек. Но сейчас... Bus fare, 25. I can remember. 7 paisa. Ну, я помню. 7 paisa. Only 7 paisa. In tram, bus. 7 копеек стоило проехать на автобусе или трамвай, а стрижка 25 стоила. Ну вот, когда этот Брадобри, он получил, выиграл в лотерею 10 тысяч рупий, он настолько обрадовался, что от разрыва сердца он умер. Сразу же. Ну и кто будет наслаждаться этим десятком миллионов рупий, если он умер от счастья? И я могу несколько примеров привести. Вы думаете снова и снова над этими примерами. Однажды, около 32 лет назад, in Dalhousie, I went. Новость была. Я был в Далаусе, это в Калькутте рядом с Хавой. Друг моего отца. Gujarati speaking. Гуджарата, откуда он говорил. One nice news came here, you see. Что, смотри, какая новость. But one man in England. Что в Англии один человек, он очень богат. Billions of pounds. Он был миллионером. He has no relation. У него не было никаких родственников, ни жены, ни никаких родственников вообще не было.
Единственная собака была. In this way it came. While he is dying, before that, когда он умирал, он завещание написал, на имя собаки он завещал всю свою собственность. Я смеялся. I was thinking, Navinba, you think, try to think over again. Who is going to write all property in the name of dog? So huge property. I don't know what a kind of dog he himself is. Что посмотрите, тот. He's a big dog. Тот, кто. That's why he's writing all завещание на имя собаки, посмотрите, какой он сам по себе собака, он не знает, с деньгами делать, что просто завещал все деньги своей собаке. То есть посмотрите, что творится в мире. И еще один пример. Я однажды ходил в какую-то медицинскую компанию, они очень богаты, в Бихале. And they are actually, it's a limited company, very rich man there. And their house in Alipur, Calcutta. И вот он жил, работал в Бихале, а в Алипуре жил. И в их доме они заботились о семи собаках с разных стран. Одна со Швейцарии, другая с Индии, третья с Америки там, ну и прочее. Четвертая с Японии, у него, в общем, семь собак было дома. У них было семь людей, которые заботились за собаками. Всякие служанки для собак, и для каждой собаки было их отдельно кормили, готовили отдельно для каждой собаки. So they are spending billions of dollars. То есть они так миллионы рупий просто тратили на заботу о своих собаках. И мой вопрос. Смотрите, насколько удачливы эти собаки. То есть, которые наслаждаются больше, чем какие-то люди. В Индии много, я видел много раз в моей жизни. Я вот, когда был в Индийском технологическом институте в Каракпуре, я видел, что какая-то бедная женщина, у нее родился ребенок, и просто нечем было кормить этого ребенка. Она кормила его этим. После того, как варят рис, вот вода, которая остается, она вот кормила вот этим водой. В которой варился рис. Согласно своим прошлым действиям, этот ребенок родился в таком бедном окружении, а какие-то собаки, они жили лучше, чем многие люди живут. И enjoying first fright, 50 lakhs rupees, dog shows. I say, what is the luck of that dog? И вот в Индии на выставках собак, некоторым собакам дают какие-то премии. И вы должны осознать, что наслаждение – это не наше, как сказать, благословение. На хинди мы находим… Ну, есть такое выражение «Ешь и наслаждайся своей жизнью». И в английском тоже такое выражение, что «наслаждайся жизнью». И материалисты, они привязаны к этому. Но что значит «наслаждение»? Свами Махарадж говорил, что это общество кошек и собак. Я знаю вашу цивилизацию. It is cats and dogs society. То есть это общество собак и кошек. А вы хотите доказать, что вы цивилизованы? И каждую секунду я могу показать вам, что ваша жизнь не лучше жизни собак. Может, вы разгневаетесь на меня? No dedication, no nothing. Это так. Only enjoyment. То есть вы не посвятили своей жизни какой-то высшей цели, просто стремитесь к наслаждениям. И поэтому Прохлад Махарадж говорит: «О, мои друзья, я советую вам, что не теряйте ваше время. Не теряйте ваше время. Жизнь, она очень ценна». Но если вы можете служить лотосным стопам Вишну Мукунды,
You can get the total solution. Exact solution you can get. Получить решение всех ваших проблем, но sorry to speak that you are we are we cannot do bhajan properly. Мы не можем совершать баджан должным образом. Мы всегда заняты материальным телом, умом и прочим. И так много препятствий, так много проблем возникает из-за этого. И Прохлад Махарадж приводит пример: о, друзья мои, смотрите, когда один человек говорит со своей женой в каком-то уединенном месте, они наслаждаются этой материальной расой, они шутят друг с другом. Жена шутит с мужем, муж шутит с женой. И Прохлад Махарадж говорит, смотрите, они получают какую-то расу, какой-то вкус, наслаждение. Да, но это материальное. Somehow directly or indirectly, whole прямо или косвенно, всесвязь, он наслаждается расой. Так это или нет, весь мир, он прямо или косвенно, он как-то наслаждается расой. Я уже сказал, что даже свиньи, они наслаждаются своей едой. Муравьи и комары, они тоже наслаждаются. Enjoying new blood. Ему нравится пить кровь, если вы убьете его, то будет пытаться улететь, он хочет долго жить, чтобы наслаждаться кровью вашей. Это ситуация, в которой находится этот материальный мир. И вот смотрите, Прохлад Махарадж говорит, это тело, оно нестабильное, в любой момент вы можете умереть, поэтому лучше, чтобы обрести наивысшее благо, вы думайте о лотосных стопах Гуру и Вайшнавов. Тато ятето кусара кхемайо бхавамасритаха сарирам пурушам явадна випаддета пускалам. So long you are going to maintain your body. Как долго вы поддерживаете свое тело? So better you do bhajan. Лучше в это время совершать бхаджан, живя в этом мире. И Прохлад Махарадж, он шутя, очень серьезно, но очень шутя, он говорит: посмотрите на то состояние, в котором находится этот мир. Даже если мужчина, он разговаривает со своей женой, он тоже получает расу, но это материальная раса. И Прохлад Махарадж говорит. Катам прияя анукам питая саньям рахасям ручиранща мантрам. Когда вы встречаетесь с вашей женой после тяжелой работы, весь день вы были заняты на работе, и когда возвращаетесь назад домой, вы говорите со своей женой. И получаете наслаждение от этого. Снехо хасито сисунам калакшаранам онуракта читта. Why you are putting so much energy? Почему вы так много энергии посвящаете этому? Бхактисиддханта Тхакур говорит, вы должны изучать, вы должны пить его киртаны. Я говорю снова и снова, никто не совершает киртан должным образом. И Шрила Бхактисиддханта Тхакур говорит, я посвящаю свою энергию этому материальному миру, самсаре, подобно ослу. Не просто осел, а гада, донки. Like a donkey. I'm putting all energy. Я как осел, я посвящаю энергию этому материальному миру, но не получаю никакого результата. Кишер-самсар-е-чая-вади-пай. Я-то мама-такури-битадин-джай.
It's like a light, you know, magical light spell. Like, you know, at present, if you are going to see, watch one theater, you know, and stage show, a light is so technology, through light they can prove that train going. Ah, train going. Light technology is so high at present. In sky, lightning, light, through light they can. A train going through track, exactly. Light. Bhaktivinoda Thakur speaking, it's just a magic spell of light. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что это все, like этот материальный мир, он подобен миражу, подобно какой-то иллюзии. Но все же я посвящаю свою энергию этой материи и теряю свою жизнь в этом. После тяжелой работы весь день я посвятил своей работе. И когда я возвращаюсь назад, когда мои маленькие дети, они зовут нас, и мы обнимаем их, целуем. Когда отец возвращается назад с работы, то его дети, он обнимает их, целует, и он очень рад от этого. He's just tired. То есть он again he revived, устал, но когда он видит своих детей, его энергия, она возвращается к нему. This kind of enjoyment, this material world enjoying, you see. After coming back from office, your wife giving you a, you know, one glass of, и ваша жена, когда возвращаетесь с работы, наверное, поет вас какими-то напитками. Вы кормит вас, и вы очень довольны этим. Wife serving you? Or Mayadevi serving you? Who? Ну, кто кому служит? Жена вам или Майя? No wife. Actually, Mayadevi serving you. Майя в форме жены или еще в какой-то форме. You see, this way actually, those bonded souls, эти обусловленные души, они не могут иметь никакого контроля над своими органами чувств. Они подобны сумасшедшим. Иногда стремятся в одно место, иногда в другое. And when they take rest around after 2 o'clock or 3 o'clock, and they get up 9 o'clock. В Бомбее можно видеть, что люди не уходят отдыхать на пляж около полуночи. I'm speaking from my personal experience. Ну потом где-то часов 2-3 идут спать, потом 9 встают, идут на работу опять до поздней вечера, работают. Animal, they are taking some, you know, food. They are in the sea beach hotel. Egg, you know, biryani, they are taking egg, meat, everything. After that they come back, after they are night time, they are taking more, later, morning time, they come 9 o'clock. This way they are enjoying, they think they are enjoying their life. Думаю таким образом, что они наслаждаются. So, each and everybody you can find, каждый, each of them have separate kind of consciousness. Из них можно видеть, что у каждого свое представление о наслаждении, но мы, you know, want to follow one and unique way. А Риши Муни, соответственно, они следуют каждому своему пути. Но мы должны следовать тому пути, который указан нам Махаджаной. И Пахват Махарадж говорит: «О, мои друзья, поклониться Верховному Господу – это не такая большая проблема. Если вы хотите поклониться Богу Солнца, Богу Луны, Шанкару, Дурге, вы тоже можете поклоняться». But for Supreme Lord, это сложно. No time, но you can receive, because поклоняться Верховному Господу очень просто, поскольку Верховный Господь пребывает в нашем сердце. Поскольку Верховный Господь, Он вездесущий, Он присутствует везде. We can мы можем доказать.
Хиранья-Кашипу говорит, говорит, что это Верховный Господь везде. Он здесь, в этой колонии. Да. Хорошо, и он ударил эту колонну, колонна разрушилась, и Нарсимхадев явился из этой колонны. И какова же Сиддханта из этого? Чтобы доказать, что мой слуга, он никогда не говорит ложь. Нарсимхадев, он вышел из этой колонны. Всегда, в каждой пылинке мы можем найти Верховного Господа. И вы особо удачливы, кто может сказать, когда вы идете принять омовение в Ганге. И течением этой Ганги, возможно, вы получаете пыль с лотосных стоп Нитьянанды или Гауранги. Кто может сказать, что вы не получаете эту пыль с их лотосных стоп, омываясь в Ганге? Насколько удачливы вы, может, в Индии, в мире уже живут около 9 миллиардов людей, но вы самые удачливые. Шивас Пандит. Гададхар Пандит, Пундарик Виданитхи, Адвайта Гасай, кто может сказать, что вы не получите пыль с их лотосных стоп? Кто может сказать? Вы очень удачливы, но вы не можете представить, насколько вы удачливы, не можете даже подсчитать. Это моя обязанность показать вам путь. Как вы можете обрести ваше видение, ваше зрение назад, чтобы вы могли видеть вещи такими, какие они есть. И вот под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады, под руководством Шрилы Гопишвадаса Бабаджи Махараджа, Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа и прочие наши гуруваги, это моя обязанность открыть вам глаза и показать, что есть что. Почему вы чувствуете себя неудобно? Вы должны наслаждаться этой жизнью, духовной жизнью. Жить семейной жизнью – это очень хорошо. Принимать саньясу и обманывать людей – это очень глупо. Это плохо. Лучше вы будьте вашими домохозяинами, совершайте баджан. Не нужно никому доказывать, что вы великий преданный. Шрила Гопишвадас Бабаджи Махарадж, он очень был недоволен. Видя это, не пытайтесь доказать, что вы великий преданный. You cannot cheat me. Вы не можете обмануть меня никогда. This way you see, и таким образом, смотрите, Шрила Прахлад Махарадж говорит, чтобы Ачюта был доволен Кришна, это не такое большое дело. Вам не нужно так много энергии посвящать этому, поскольку он уже внутри вашего сердца. Просто думайте о нем. Это я наш единственный друг. Вы настолько глупы, что не видите вещи того, что есть. Это единственный друг, это Параматма, Верховный Господь, который пребывает в вашем сердце, а преданные также преданные Господа, они тоже та же татва, не отличные от Верховного Господа, Бхагава-татва, Нама, Дама. И сам Верховный Господь, Его окружение, Его спутники и все, что служит Ему, это все единая татва. Это уникальная татва. Несравненная. Вы должны чувствовать, осознать эту татву. Почему вы приехали в мой путь? Какова причина? Чтобы чем-то наслаждаться здесь? Или ходить к каким-то ресторанам, разве для этого? И смотрите, Верховный Господь, Он вездесущ. То, что вы дружите с какими-то посторонними людьми, это плохо. Вы можете умереть от этого, поскольку ваш настоящий истинный друг, он находится внутри вас. Вы не хотите подружиться с Верховным Господом, хотите подружиться с какими-то людьми, это не шутки.
И вот сейчас я уже сказал, и опять я напомню вам, что те маленькие мальчики, друзья Прохлад Махараджа спрашивают, о Прохлад, что и они спрашивают Прохлад Махараджа, о Прохлад, вы, ты и мы все, мы учимся в одной школе, у одних учителей, то же самое учим, но откуда ты получил это прекрасное знание, мы не знаем. И Прохлад Махарадж, он начал рассказывать о своем прошлом. О, мои друзья, слушайте. Долгое время назад мой отец решил отправиться на гору Мандарачал, чтобы совершать аскезы, невиданные аскезы. И долгое время он не приходил назад. И моя мать, она была беременна в то время. Я был в чреве моей матери. Индра пришел, чтобы поймать Индра, что пришел, чтобы забрать мою мать, но by the instruction of Naraji Maharaj. По наставлению Нарады он отпустил ее. I'm speaking in gist. Я говорю кратко. I'm speaking in gist. I already told you. Я уже говорил. No time. Подобно кратко говорю. Ocean of nectar. Это океан нектара. That time и Indra Maharaj. В то время Индра Махарадж. Devasi, Indra Maharaj protecting my mother. And speaking of Bhagavat Tattva Vidya, он хотел убить меня, но Нарада защитил меня, и моя мать отправилась в ашрам Нарада, и там Нарада говорил Харикатху, я был в чреве матери, и все это слышал. Я смог принять все учение Нарада Махараджа, это чудесно. Я находился в чреве моей матери, но все же, по милости Нарады, я мог осознать, принять все его учение, учение Нарады. И однажды мой отец вернулся. Из-за того, что моего отца не было, они были завоеваны полубогами. И таким образом, после того, как мой отец отвоевал, я родился в процессе. И как же получить то чувство у моих друзей? И Прохлад Махарадж говорит, есть единственный путь. В Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, о Арджуна, мой друг, мой друг, ты должен служить настоящему, уникальному саду, самосознавшей себе душе. И Кришна говорит, ты должен служить саду, самосознавшей себя душе, без которого вы не можете надеяться получить, как сказать, повзрослеть в духовной жизни. Татвидхи, значит, знает наверняка. Пранипат, значит, вы должны предаться полностью. Пранипат, значит, Кришна пранати. Пранати, значит, пранам, поклон. Но если вы лицемер, вы не можете кланяться должным образом. И поэтому Кришна говорит, про, это такая приставка усиливает значение слова. Гаммате, одигаммате, тракпате, you see, this way you can. И таким образом, extra power you can get. Вот это префикс, он усиливает значение этого слова. Rehabilitation. This kind of word you can find. So nice. Action and reaction. Reaction. Action is one word. If you fix re, then what? The meaning changing.
Вот как, например, акция, реакция, то есть если добавить приставку, значение меняется. И также мы должны предлагать свои поклоны, дандавать. Но дандавать что значит? Это самопредание. Полностью, без остатка, на 100%. И потом спрашивать у Гурудева, всем своим сердцем спрашивать вопрос, что спрашивать, как спастись, как Парикшит Махарадж, он спрашивал у Шукадев Госвами, он задавал вопросы не для того, чтобы проверить Гурудева, как он знает, насколько учен, насколько большой, великий пандит, он знает что-то или не знает. Это не парипрашна. Парипрашна значит тот вопрос, который исходит из сердца. То есть вопрос о том, как спасти себя, как получить освобождение от влияния этого иллюзорного материального мира. И севая, значит, вы должны служить этой самосознавшей себя душе, саду Гуру Вайшнава, не служа Гурудеву, не служа Гуру Вайшнава, мы не можем получить прямое чувство. Это невозможно. Вы не можете получить то чувство. Может быть, вы очень умны, очень могущественны, очень разумны, вы можете изучить всю философию, которая есть, но осознание, прямое чувство, вы где получите? Вы можете слушать так много спикеров, но если вы получили милость Нитянанда, вы можете сразу опознать, что он говорит из своей собственной, как от себя или настоящую харикатху. И в то же самое время можно видеть, что Шрила Чиданандава Госвами Махарадж, он говорит очень мягко. Но, или Шрила Бхактипури Госвами Махарадж, но можно видеть, что они говорят из сердца. То есть они говорят вещи, которые они прожили, это осознанные, настоящие речи, она исходит из сердца, а какие-то люди из Вриндавана, они просто какой-то профессиональный спикер, они говорят не из своего сердца, чтобы просто заработать денег или еще чего-то, понимаете? Любые слова, любое слово, которое произнесено Гуру Кишурда с Бабаджи Махараджем, это харикатха. Но если кто-то говорит какие-то другие спикеры, они, то есть все, что говорят самосознавшие себя души, это все харикатха. Они не говорят никакой ереси, никакого мусора, они не заинтересованы ни в какой личной выгоде. И Прохлад Махарадж, он говорит, дает такой же совет. Что говорит Прохлад Махарадж? Вы должны служить Гурудеву. Сева значит служить для удовлетворения моего Гурудева. Что значит сева? Сева значит то, делать то, чтобы Гурудев был доволен нами. Если мы хотим служить Нитянанде, значит служить так, чтобы Нитянанда был доволен нами. Будьте внимательны, что если кто-то служит Гурудеву, но если Гурудев недоволен этим служением, что за служение это? И пример я приведу. Один глупый, преданный, так называемый преданный. В одной деревне однажды Гурудев приехал к нему. Это и вот один преданный домохозяин, он встретить хотел Гурудева. Это было в декабре, было очень холодно, достаточно холодно.
Then Shisha, и этот ученик, disciple, making hot water, он разогрел воды, чтобы омыть лотосные стопы Гурудева, поскольку чтобы холодно, чтобы как-то согреть Гурудева, вот, посадили его, предложили гирлянду и омыли стопы горячей водой. И этот один глупый человек посмотрел, подумал, что это Сева. И вот Гурудев приехал уже не в его дом, а в дом того глупого преданного. И он... Ну, это месяц Вайшак было летом, когда очень жарко, и он тоже разогрел воды и хотел омыть стопы Гурудева в горячей воде. Гурудев спросил, зачем? Ну, как правило такое, я видел, омывали ваши стопы горячей водой. Поэтому, то есть они не понимают, что они делают. Во время месяца Вайшак он и так очень жарко еще и горячей водой стопы Гурудева омывает. Это такой, ну, севу такое не делают. Это глупо просто. Сева значит делать то, что гуру Вайшнавы были, и Бхагаван, они были довольны нами. Будьте внимательны. То есть, куда бы вы ни шли в прошлой жизни вашей или в будущее, вы должны говорить об этом, об этой совершенной сиддханте. Чтобы все другие люди, они тоже могли знать, что к чему, чтобы они могли развить чистую бхакти. Будьте внимательны. Guru Sushaya Bhaktya Sarvulabhar Panenacha. Guru Sushaya Vaina Serving Gurudev. И когда мы служим Гурудеву, very nicely, Bhaktya, out of devotion, из нашей любви, совершенно любви, преданности, мы служим Гурудеву, и что мы обретем в нашей жизни. Sarvulabhar Panenacha. What kind of benefit you are giving to Gurudev? Suppose you are giving high honor to me, but you cannot believe. I am not taking honor from anybody. No garden. Настоящий Гурудев, вот он все, что вы предлагаете ему, он передает своему Гурудеву. Например, вы выражаете мне великое почтение, но это я все передаю моему Гурудеву. Это такая техника баджана. Чтобы на нас не влияло ничего отрицательного. То есть любое уважение, почет, братишество и прочее, все, что приходит к вам, вы должны передавать это лотосным стопам своего Гурудева. Не нужно наслаждаться этим. Если вы будете привязаны к почету, к уважению, то вы станете Йошит-санги. Я уже объяснял это. То есть нужно все передавать своему Гурудеву. И вот Guru Sushasaya Bhaktya Sarvalabhar Panena Cha Sangena Sadhu Bhaktyanam Ishwar Aradhanena Cha. Also you have to serve Gurudev and Ishwar. Вы должны служить Гурудеву и Господу. Then you can cut all these material bondage. И тогда вы сможете избавиться от материальных опор. Харихи Сарвешу Бхутешу Бхагаван. Хм, Бхагаван. Спейтинг мистакати. Харихи Сарвешу Бхутешу Бхагаван Ананта Ишвараха Ити Бхутани Манаса Камаиствай Садху Мане. You see, because и вот смотрите, поскольку Верховный Господь, Он вездесущий. Omnipresent, you see, and also и также вы должны выражать почтение всем живым существам, всем дживам. Не нужно никого беспокоить. Вы не должны беспокоить никаких других живых существ. Вы должны осознать, что Верховный Господь, Он везде, даже сердце обезьян и насекомых. Духовный Господь, Он вездесущий, Он внутри сердца собаки и прочих живых существ. Вам не нужно никого беспокоить, приносить какие-то беспокойства. И таким образом вы должны совершать баджан, и вы почувствуете.
Everything is unstable, my friends. Everything unstable. И Прохлад Махарадж говорит, что в этом мире все actually, не вечно, все нестабильно, и сейчас. In front of, you know, Hiranyakashipu, Prahlad Maharaj again. Перед Хираньякашипу Прохлад Махарадж опять coming. Пришел. Hiranyakashipu now very much fed up. Хираньякашипу ему надоело. Very much fed up. Because he is taking control, Он контролирует весь мир, всю Вселенную, насколько он могущественен, но не может ничего сделать своему сыну, который приходит к нему и говорит о Хари Бхакти. Любой вопрос, который бы не задавал ему, он говорит о преданности Верховному Господу. Он говорит о Бхагаваттатве, что это такое, и что сделать, чтобы он вылечился от этой болезни, откуда ты это узнал? И Господь Хари, Он вездесущ. И откуда ты узнал, откуда ты обрел такую силу, почему ты не боишься меня, кто поддерживает тебя, кто защищает тебя? Кто защищает Верховного Господа? Тот, кто защищает, а кто-то защищает меня, тебя и всех остальных. Верховный Господь, Он. Остановись, я не хочу это слышать. Я защищен той великой личностью, которая защищает тебя, меня и всех остальных. Остановись, я не хочу это слушать. Где твой Верховный Господь? Как везде. Махарадж очень мягко сказал, он везде. И в этой колонии также, почему я не могу видеть его? Да, он в этой колонии. Then you see, provide a big feast, you see. First of all, Hiranyakashipu wanted to abuse. И вот Хираньякашипу хотел оскорбить его сначала. Хе дурвинито, мандатмано куло, хе до каранам. И он начал говорить, что о ты. Куло, хе до кара, куло, хе до карадхама, сабдам, матчасано, удритто, нешетуаддо, джакшаям. I like to kill you. Я хочу убить тебя. You actually not, never obey. Ты не следуешь мне. Hey, Durbinito, Mandatman, your brain has gone out of я order. Думаю, ты сошел с ума. You have no submission. У тебя нет преданности мне. Ты никогда не слушаешь меня. You are the меня. Worst personality in my whole destiny. Ты худший из всей нашей семьи. Heretical pay, heretical, you know, lying. You are the worst one. Поскольку он совершил Кришна Бхакти, Хираньякашипу назвал его худшим из всей нашей династии. И из-за тебя меня уже никто не уважает. Я убью тебя и посмотрим, кто тебя защитит. И Прохлад Махарадж, он не беспокоит совершенно, он стоял перед Хираньякашипу. Поскольку Прохлад Махарадж, он верил в Верховного Господа, вы должны верить Гуру Вайшнавам, Верховному Господу, иначе вы не сможете стать успешными. У вас должна быть вера, полная вера, без капли сомнений. На кевалам ме бхаватасчо раджан савай валам валинан ча парешам. That power protecting me. For whom you are getting power? I am Тот, от кого получают силу все, then, я от него также обретаю силу. Прохлад Махарадж. Прохлад Махарадж, you know, speaking his very humble way. Говорит, очень смиренно, но Хираньякашипу очень разгневался. So aham bikottamanasya siraha kayad haramite gopayeto haristvaddo jaste saranamikshitam
You want to take shelter of that Hari? Ты хочешь принять прибежище у того Хари? Your brain gone out of order. Ты сошел с ума. You are speaking a lot. Ты так много говоришь. Speaking big, big thing. Такие. Now let me see. Open his show. Великие вещи. Ну, давай посмотрим. Я сейчас отрублю твою голову и посмотрим, кто тебя защитит. Суам бико тамано со сироха кая дхарамите. I'm going to cut your body from you. Cut your head from your body. Let me see who is going to save you. Where is Hari? Голову твою и кто спасет тебя? Где твой Хари? Then after that speaking, my Hari is everywhere. И он сказал, мой Господь везде и в этой колонне тоже, да. Он ударил эту колонну. Then satyam vidhatum nijavitta bhasitam bhaktin cha sarvi. И вот согласно этой шлоке. Адрищатват бхутарупамудвахана стамме савайам на мригам на манушам. To prove that I am everywhere. My servant, вот, Prahlad, доказать, что я везде стоит, и мой слуга Прахлад, он говорит правду, и чтобы доказать это, Хиранья-Кашипу явился из этой колонны. Саттям видатум нижавиттаваситам and бхактинчо. To prove that I am staying everywhere. И доказать, что я везде стою. Ягьявалка, один риши. Two of his boys. У него было два ученика. Они вернулись из Гурукула. Ягьявалка спросил своего старшего. What is your realization about the осознали о Брахме? What is your realization about что вы узнали о Брахме? That you know, boy is speaking so much. И старший начал говорить, что Брахма, и как такой, всякой, вот пятый, десятый, такой большой, прочее, прочее. Ягьявалка разгневался и сказал ему, замолчи. И младшего спросил, о мой сын, что ты осознал о Брахме? What do you feel about that что Brahma? Ты чувствуешь о Брахме? Small boy, этот младший мальчик ничего не мог сказать. Only looking он посмотрел на отца с большими глазами again, at the lotus feet of father. И на стопы отца, и потом опять на глаза. After some time, и через какое-то время father blessing, отец благословил его, о мой сын, actually, you realize ты Brahma. Осознал Брахму. That's why you cannot и поэтому ты не можешь сказать, что это, если ты Brahma, осознал, что такое Брахма, то ты станешь без... Right, you realize Brahma from heart. То ты не сможешь сказать, so что это. Lecture, то есть, те, кто много говорят, это не значит, что у них есть какие-то осознания. У вас должно быть прямое чувство перед тем, как что-то говорить кому-то. То есть вы должны говорить то, что вы сами осознали, иначе вы просто обманщик. Сатьям видатам нижавиттавасидам and бхактинча бхутешу ахилешу чатмана. And he coming out from that pillar, и вот он вышел из колонны. Not even full man, это был не человек, full lion, half lion, не лев, получеловек, полулев. Наян миго напи наро вичитрамахо ким этат нимиганда рупам. Now actually, и вот сейчас Хиранья-Кашипу, он был растерян, что случилось, кто это? Он не лев. Наян миго напи наро is not full man, и не человек, full lion, и не полулев, получеловек. Вичитрамахо ким этат нимиганда рупам. Нимигандам. Half lion, half man. И вот Хиранья-Кашипу, он думал, что, кем он может же быть. И вот пока он размышлял, что это. Мимамса манасо самуттито
Аграте Нрисинго Рупахастадалам Бхаянкарам. Then the Нрисинго, you know, Бхаянкар Нрисинго, you know, coming in front of, you know, is very, you know, very nice, you see. It is written, you see, here, this very minutely. Very nice. Actually, it is written, what is the, you know, appearance of Nishinoda, or how, nice looking. It is written. Пратоктачами карачандалу сатакешаро джимбритананам карала дранстрам каравала чанчало куранта дьюхам бхукутир мухоливанам. It's like fire coming from his eye. Подобен огню. Его глаза были подобны огню. Пратоктачами. Карачанда лоучанам and спурат шата кешара джимритананам and карала дангстам каравала чанчала куранта дьюхам. It's like, you know, blade. Дьюха, а его язык, он был подобен лезвию. Very fine. Очень такой тонкий. And all eyes like, you know, sango. Его глаза были подобны. And you see all his face. Солнце. And this way. This way you see big. After that you see. You see. Now и вот сейчас Хиранякашипу принял решение сражаться с ним. Я никогда не видел его, и вот он начал с ним сражаться. Иногда он не мог видеть, где он, поскольку он очень ярок. На рисунке он сиял. И вот он был иногда. Again, fine. Oh, here. And again, short and fight. And here, because we are also fighting, like a, you know, like a snake. Хиранякашипу, Хиранякашипу, то есть Нарисимхадев, он играл с Хиранякашипу как кошка с мышкой. И таким образом иногда. Very nice. This way after that, what happens? Таким образом, что случилось дальше? И он схватил его, положил к себе на колени. Поскольку условие, которое поставил Хиранякашипу Брахма, чтобы не умереть ни на земле, ни в воздухе. И Нарисимхадев, он сел и не в доме, и не на улице. Он сел на пороге. То есть нельзя было сказать, что снаружи было или внутри. Оружием никаким он не пользовался, только когтями. И таким образом Хиранякашипу, он был разорван как когтями Нарисимхадева, и все кишки он сделал гирлянду из этих внутренностей Хиранякашипу. И вот когда Нарисимхадев убил его, то все, то его кровь она начала брызгать из его тела как фонтан. Nice decoration. It looks nice. Это описывается. Нарисимхадева это только украсило. After that Нарисимхадев. И после этого Нарисимхадев. After that Нарисимхадев actually, you know, killing. Он убил Хиранякашипу. And nobody can go in front of Nishingadev. So, Bayanakru. И никто не мог,
никто не осмелился подойти к нему, даже Брама, Шанкара, Индра, Варун, никто. Нет, мы не можем приблизиться к нему. И, ну как же его умиротворить, этого Верховного Господа? Сам Брама и Шанкара, они боялись. И Брама, он попросил Прохлада: «О, Прохлад, мой сын, мой внук, точнее». Можешь ли ты пойти к своему Господу, поскольку твой Господь, Он явился ради тебя? Это... И можешь ли ты пойти помочь? И Прохлад сказал: «Да». И Прохлад пошел к Нарсимхадеву, и Нарсимхадев был подобен огню. Прохлад Махарадж не беспокоился, он подошел к Нарсимхадеву, и когда Нарсимхадев увидел его, то сердце Нарсимхадева растаяло. Он взял, посадил его к себе на колени и облизал своим языком. How to express? То есть как выразить чувство любви? Вот когда коровы любят своих телят, они их облизывают. Когда я подхожу к коровам, они тоже меня пытаются облизывать. И вот все риши, гандхарвы, якши, полубоги и прочие, Брама, Шанкара, Рудра, Индра, они все начали возносить молитвы Господу. О Господь, это не время полного разрушения, успокойся, мы боимся Тебя. Then after that, sapala mule patitam tamar vakam vilokcha devaha kripaya pariptataha uchhappo tat srishni adadhad karam bujam aje ka bachan kalahi vitrastro dhiyam kritahayam sapala mulam patitam tamar vakam vilokcha devaha kripaya pariptataha. When Supreme Lord becomes grateful, когда Верховный Господь, он, когда он, Верховный Господь, когда он увидел, что Прохлад приносит ему свой полный распростертый поклон, он исполнился любви и положил свою лотосную руку на голову Прохлад Махараджа. И что делать? Что дальше случилось? Это лотосная, когда он прикоснулся к нему, даже Лакшми Деви, она не может получить такого благословения, даже Брама, Шанкар, даже Лакшми. Господь никогда не благословляет так, как благословил Прохлад Махараджа. И смотрите, какое сердце. Нарсимхадева, Дева, Угро Апи, Анугро. Мы видим, что Нарсимхадев, он такой ужас, Угро значит ужасающая форма. Но не, он не Угро для преданных, он очень милостив. Подобно тому описывается, что как когда ребенок приходит к льву, то этот лев, он облизывает его. Львы, они очень опасны, но перед своими собственными детьми львы не безопасны, они любят своих детей. И таким образом... Калахи битрасто дьям критабхаям. Make him fear-free. Сатат карас парсо дхута кхила субхаха. Сатат
Адатталлад Махарад са таткарос спаршо дутакхира асваха прападьяви бхакто паратма даршанам. It's very. Татпада падмам хрди нибритто дадхоу хришаттану клинна хрид астру лошанам. And you know, Прахлад, you know, become full of love. Прахлад Махарадж начал, он, его голос, он не смог ничего говорить, он просто стоял и плакал, что я такое незначительное творение в этой вселенной, а Господь так любит меня. И он положил свою руку на мою голову, но как же отблагодарить его? И Прахлад Махарадж, по милости Нрисимхадева, поскольку Шридас Госвамипад первый, кто начал комментировать Бхагаватам. Шридас Госвамипад, он знает все по милости Нрисимхадева. В Баджан-Кутире Шридар Махараджа в Бадраке, в одном месте, в лесу, то это место до сих пор там. Это горное место. И однажды Нарисимхадев явился в Баджан-Кутире и благословил Шридас Госвамипада. И поэтому говорится, что Шрида с вами знает все, все значение Бхагаватам по милости того Верховного Господа. И поэтому, когда Валлабхачарья, он сказал, что я не могу принять комментарии Шридаса Госвами, что ты говоришь, Махапрабху очень разгневался, что ты хочешь сказать. Сами нахи мане таре беша моддегуни, who is not obeying his husband, is cross. И он сказал, что та женщина, которая не слушается своего мужа, она подобна проститутке, и также ты, если ты не принимаешь комментарии Шридаса Госвами, его комментарии, то и ты такой же, поскольку по милости Нрисимхадева Шридас Госвами, он знает все. По милости Нрисимхадева Прахлад Махарадж, он тоже знает все. Прахлад, он маленький мальчик, он начал по его милости возносить ему молитвы. Прекрасной молитве, слушайте с вниманием. Девятая глава, восьмая шлока. Прахлад Махарадж говорит Нрисимхадеву со сложными руками. Брахмадайо сурагана мунайо атасидья саттайка танагатайо вачасам прабхавай Нарадитвам пурагонай радуна пибипру, кин тоштумар хати сами хари ругра жати. Very nice, very nice. Only here you can clean your heart. Просто слушайте. Ваше сердце будет очищено, потому что это не понимаете на санскрите, но слушайте. Брахмадайо сурагана мунайо атасидья саттайка танагатайо вачасам прабхавай нарадитвам пурагонай Радуна випипру кин тошту марати саме хари ругра жати манне дана вижан рупа тапа срутау яхати яха прабхава валпауруша будди йога нарадана яхи бхаванти парасса пунсо бхактату тоса бхагаван гаджа жута пайо Випрати сарагуна ютат аравинда наво падаравинда вимукат сапачамбариштам манне тадарпитамано вачане хитартам пранам пунати сакулам нату бхуримана наиватмано бхурайам нижалава пурно манам жанада видушо коруно прините наиватмано бхурайам
Nijalava Purno, Manam Janada Vidusho Karuno Vinete, Yadijad Jano Bhagavate Vidadhi Tamanam, Tachatmanam Pratimukosha Jatha Mukhasri. This way, very nicely, Prahlad Maharaj said, Brahma, Sankar, they have so nice quality. И таким образом, Прохлад Махарадж, он возносит молитвы, что Брахма, Шанкар, они настолько достойны, но они не могут принести тебе радости, а я рожденный в семье демонов, как я могу? И я думаю, что никакое богатство. Власти, образование высокого происхождения – это не те причины, по которым Нарсимхадев Бхагаван он может стать довольным нами. Только из-за своей преданности, если чистая преданность, она в вашем сердце, то Господь, Он хочет увидеть именно эту чистую преданность. Не пытайтесь обмануть Гуру Вайшнавов и Верховного Господа, они знают все. Верховный Господь, Он ничего не ждет от вас. Он самоудовлетворен. Верховный Господь, Он Пурнавасту, Он полная реальность. Он Верховный Господь, Он сам Верховный Господь. Он не ожидает ничего от вас. Но все же иногда Он может принять ваше подношение, цветы, тулуси или еще что-то. Почему? Чтобы благословить вас. Что значит виграха? Что значит виграха? Виграха значит вишеш ануграха. Что Верховный Господь, Он явился перед вами в форме виграхи, чтобы благословить вас, чтобы дать вам возможность совершать служение время от времени. Но Господь не может говорить с вами, просить что-то от вас. Но с вами Он может, не может говорить. Верховный Господь может говорить с Санатаной Прабху. Иногда Санатан, он хлеб предлагал, вот, ну, чапати, в смысле. И вот он предлагал Господу чапати. Мадан Гопал сказал, о, Санатан, соли нет, как же есть? А он сказал, а откуда я соль возьму? Мне некогда, иди сам, найди где-нибудь. И вот Господь спросил у него, соли ж нет, как есть можно? А Санатан сказал, где я тебе соль возьму? Ешь как есть. И вот Господь, Он может говорить с Санатаной, но не с нами. И с нами Он тоже может говорить. И Шрила Бхактивинода Тхакур, Таракешвар Махадев, Он сказал, что ты уезжаешь отсюда во Вриндаван совершать баджан. А и что ты будешь делать там? Это здесь есть Навадвипа, которая не отлична от Вриндавана. Ты не будешь ничего делать для этого Гупта Вриндавана, скрытого Вриндавана. Навадвип Дхамы, ты принял решение уехать во Вриндавана, а здесь что? И Шрила Бхактивинода Тхакур, он подумал, что что да, это наставление Таракешвара Махадева, что не нужно никуда ехать, живи здесь, совершай служение на Одипе, что ты можешь найти там, здесь есть все, все, что есть там, Радакунда, Шьямакунда и прочего. Гопуним я перечислял, то все тиртхи можно найти здесь. И зачем ты уезжаешь во Вриндаван? Зачем тратишь время и деньги? И так или иначе, сейчас Прохлад Махарадж начал возносить, продолжает говорить, о Господь, все боятся Тебя, поскольку Ты принял такую форму Нарисимхи Нарахари, но я не боюсь, почему? Прохлад Махарадж говорит,
Дживарико нетра бхукати равасо грудангшат, антасраджаха хатаджа кешаро санкукарнат, нирхад абхита дигвадари виннанакагра. 15 слока. Нахам бивеми бхути ваянака со дживарико нетра бхукати равасо грудангшат. Я стихи, so fearful. I don't fear. Хотя ты очень ужасен, но я не боюсь тебя, я боюсь этого материального общества. Прохлад Махарадж говорит: «О Господь, я не боюсь твоей ужасной формы, я боюсь этой материальной самсары». Антасраджаха хатаджа кесаро кумбу санкукарнат нирхад бхита дигвадари виннанага нахагра. Трастосми ахам кипанавассало дуссахагро сансара чакра гаданад грасатам пранитаха. Трастосми ахам кипанавассало дуссахагро сансара чакра гаданад грасатам пранитаха. И вот каждую часть секунды я смотрю на этот материальный мир, смотрю огонь, который везде присутствует, люди, которые обречены на смерть, они сражаются друг с другом. И, о Господь, Ты столько милости пролил на меня. Я боюсь этот материальный мир. Я смотрю, какая опасная ситуация, что те души, которые не хотят наслаждаться этой жизнью, но какое наслаждение здесь. Мы видим, что один человек убивает другого ради чего-то, то есть одни сражения, споры и прочее. И в этом мире Прохлад Махарадж говорит, что здесь каждый, отец, мать, муж, жена, дети, они находятся в проблеме, они плачут, они сожалеют, я потеряли моего мужа, отца и сына и прочее, они только и сожалеют, и Прохлад Махарадж поэтому говорит, вы должны помнить. Всегда это не в этой жизни, а в следующих также. Сукагнина сакаладжани судаджамана Дукхау садам татавидукшам матадья ахам Брамону брамами бадами тавадасу йогам Ясмад прия прияб йога санг йога янмо Сукагнина сакаладжани судаджамана Дукхау садам тадави дукшам атадья ахам бхамона бхамами бадами тавадаса йогам ясмад прия прия бьога санг йога жанму. Sometime one boy taking bath, going away, mother crying. Иногда ребенок рождается, вскоре умирает, и мать, она очень жалеет об этом. Иногда возлюбленные, они, когда они не вместе, они страдают друг без друга. И много примеров есть, которые очень такие плачевные, видя. Я, например, одна очень благочестивая женщина в Орисе, в Бхубанешваре это случилось. Она очень целомудренная женщина, они работали на какой-то работе, жена на одной работе работала, муж на другой, но каждый день из-за того, что... Ну, надо было там работать, они все время опаздывали, и муж...
гневался, что как мне этот начальник не позволяет уйти, так много работы, и муж разгневался, и после этого он начал сомневаться, может, там какой-то любовник завелся, или там с боссом она там что-то делает, нет, она, люблю тебя, нет, ни у кого, ни, меня ни у кого, и в итоге они развелись. Husband, you speaking all rubbish. Муж начал. Wife now crying, crying. Но не верил ей, жена плакала и оставила свою работу и куда-то уехала. In Варанаси. At the bank of Ganga. На берег Ганги. Begging something. Ну, просила подаяния и так поддерживала свою жизнь. И после этого, когда муж узнал, that the boss что этот wife like just like you know sister. So much. Что его начальник любит свою, ну, что он очень любил эту свою сотрудницу, как брат, и вдруг внезапно он искал по всей Индии и нашел ее в Варанаси, она была попрошайкой, хотя она была очень образована, и, но она, он просил прощения. I have seen everything. What is family life? Он просил прощения, но жена сказала, что мне надоело, я не вернусь назад. И таким образом я могу много примеров привести. One by one, another family life break down. They don't know. That's why Pallad Maharaj, you see, is our Mahajan Guru. Говорит наш Махаджан Гуру. Yasmad priya priya biyoga sangyoga janamo. Sometimes they come together, get together. Sometimes the relationship break down. Иногда люди встречаются, иногда расстаются. Yasmad priya priya biyoga sangyoga janamo soka agnina sakala janu shudar. In every birth. И в каждом рождении вы получаете то же самое. Почему вы, вам это не надоело? Почему вы не говорите, что вам это все надоело? И поэтому я сказал, когда Парикшит Махарадж спросил, то тогда everybody is thinking. Шрила Прабхупада, они говорят, это такой международный вопрос, это не какой-то вопрос Парикшит Махараджа. Нет, это не какой-то вопрос Парикшит Махараджа. Мы надеемся, что этот вопрос будут спрашивать все, каждое существо в этом мире. Почему вы чувствуете себя беспечно и не спрашиваете таких важных вопросов? Почему вы не чувствуете боль от того, что вы не совершаете баджан, что ваша жизнь проходит зря? Вот этот вопрос Парикшит Махараджа, это не какой-то личный вопрос, это универсальный международный вопрос. И мы надеемся, что каждый будет задавать такой вопрос. Почему этого не происходит? Почему вы так расслаблены и беспечны? Это значит, у вас недостаток баджана. Такая расслабленность, беспечность, значит, что вы, у вас недостаток баджана. Вчера, пару дней назад, я говорил, что Гуркисвадас Бабаджи, Махарадж спрашивал одного так называемого преданного, как это возможно, что жена так много готовит для тебя. Хотя ты находишься как бы в отреченном укладе жизни, и ты теряешь Верховного Господа, ты ешь то, что готовит тебе жена, и ты не беспокоишься совершенно об этом. То ты хочешь совершать баджан или что? То те, кто так слишком расслабленно, слишком беспечно живут, они не могут баджан совершать. And liquid money also have in market. So I have no problem. То есть если люди очень богаты, они обычно не беспечно живут, беззаботно. Но я могу привести несколько примеров. One by one example.
You are helpless. Что даже вы, несмотря на ваши деньги, вы можете быть без, беспомощны. That time they call and I'm going there. Harikatha. I knew one rich man. И вот я однажды был в Джаландаре. И там один преданный, очень богатый. Whenever I go, they come to attend Harikatha. Как, so rich man. Когда бы ни был там, они всегда приходили слушать мою Харикатху. One of his boys. И один из его сыновей. Is crippled. Он такой, как сказать. His name is Amit. Амит его зовут, он ученик Шрилы Бхактивелапхи Тирти Госвами Махараджа, и он инвалид, как называется, ну, типа калека, не знаю, как по-русски. И вот когда отец, я приезжаю в этот Джаландар, меня всегда приглашают их домой, но я там ничего не ем, может там фрукты, орехи какие-то, и все. И вот они, в общем, соглашаются, я прихожу туда, и однажды меня Амит попросил, у них такой не дом больше, на дворец похож. Yes, so much of this golden, you know, pot. Golden and silver pots. У них даже эти тарелки из золота и серебра. Все. И вот однажды он мне сказал, что моя сестра, пожилая сестра, она очень плохо себя чувствует. У нее рак мозга. Мой отец сказочно богат, но никто не берется за ее лечение. Ни в какой стране никто не может должным образом ее вылечить. Даже не берутся. То есть, несмотря на наше богатство, никто не может ничего поделать. И вот она вскоре умирает. Можешь ли ты помочь нам, что делать? Хотя бы можете ли вы хотя бы Харикатху говорить в нашем доме? Они просили меня пожить в их доме, но я сказал, что я не могу, поскольку моя жизнь – это пример. Я могу каждый день приезжать в ваш дом, там говорить Харикатху какое-то время, уезжать. Но, в общем, вскоре это его сестра умерла, и смысл этой истории, что никакое количество денег, оно вам не поможет, если вы встретились с какой-то серьезной проблемой. So big problem, you see. This way, и таким образом Прахлад Махарадж, он говорит. After that, you see. И после этого. Я хотел так много сказать, но не могу, поскольку каждую шлоку нужно очень долго объяснять. Когда не говорю Харикатху на хинди, на бенгали, на английском, я не могу выразить должным образом то, что я хочу сказать. То есть времени не хватает. Все наши органы чувств, они нас тянут в разных направлениях. И Прахлад Махарадж говорит, Грано аннатахас чапалад дрикка чакарама сактир бахаво сапатна иво гехапатим лунанти 40, number 40. Эвам сакарма патитам бхава байтаранья манья анна жанма марна сана бхита бхитам пашяно жанам сапара виграха вайра майтрам Ханте дипарачаро пиприхи мурамадьо, Эвам сакарма патитам бхава байтаранья, Анья анна жанма марна сана бхита бхитам, Пасяна жанам сапаро виграха вайра майтрам, Ханте дипарачаро пиприхи мурамадьо, Тайна дева мунайо саби мукти кама, Маунам чаранти вижанино парасништа, Найтана вияйо кипанана бимуктаеко,
Нанян, нанян тадаса саранам брамато анупасти. This way ultimately praying in front of Нрисимхадеву. И вот он возносит молитвы Нрисимхадеву, что я не вижу никого, кто мог бы спасти этих обусловленных душ в этом материальном мире. Ты наша единственная поддержка, единственная надежда. И только тебе мы можем верить. Что все те сады, они отправляются в лес, чтобы совершать баджан, но они не заинтересованы ни в каких в материальных людях. То есть, если доктор отправится в лес, то толк от этого? Доктор, если он будет жить в лесу, то какой толк от этого? Лучше, если доктор будет жить в обществе, где есть эти больные пациенты, чтобы он мог их лечить. И также саду. Саду подобен великому доктору Вайде. Баба Вайде может вылечить нас от нашей материальной болезни. Почему же они уходят в лес? Какой толк от этого? И Прохлад Махараджи говорит, что я не такой глупец. Я не такой эгоист, чтобы оставить это общество и уйти в лес. Лучше я буду находиться здесь, просить милость от тебя. И я могу взять твою милость и раздать ее этим детям демонов. Ты вынужден дать мне столько милости, чтобы я смог ее раздать этим беспомощным людям. О, Господь, ты наша единственная надежда, единственная поддержка. Ты должен помочь нам. И таким образом Прохлад Махарадж дает такой урок. Только учение Прохлад Махараджа, это можно обсуждать очень долгое-долгое время. И вот Нрисимхадев говорит: «О, Прохлад, я очень доволен тобой, Прохлад». Бхадра, бхадрам те, прито ахам те усуроттама. You are enjoying topmost dignity in the Asura society. Получил наивысшую степень в обществе демонов. Это значит, что ты асур, но уттама. Вы понимаете, что ты принял рождение в семье демонов, но ты саду, ты лучший. Это все эти... Каждое слово, оно полно значения. О, Прохлад, бадра значит... Первый бадра значит титул Прохлад Махараджа. Бхадрамте значит, я благословляю тебя, что ты получаешь все высшее благо. Я благословляю тебя, что во всей Вселенной я единственный, кто может благословить всех. Да. И вот я надеюсь, что ты дашь мне что-то, какое-то благословение. И что же ты хочешь? Проси меня. Что ты хочешь? Я хочу исполнить твои желания. Баранам, барам, бришвабхиматам, камапуросми ахамнинам. I can fulfill all the desire of. Я хочу исполнить желание всех. Anybody asking in front of me. Но все, кто просит меня что-то, я хочу исполнить их желание. Now actually Prahlada speaking, hey Prabhu. И вот Прохлад Махарадж говорит: о Господь. You are putting some lucrative offer in front of me. Даешь мне какие-то притягательные, привлекательные предложения. Я angry man, I'm greedy man, я очень... I'm full of karma, but still you are offering Prahlad. Я полон вожделения, полон желаний, а ты предлагаешь мне какие-то привлекательные предложения. You can feel greed. Ah, nice offer.
But Prabhu, I don't any kind of, you know, thing for you. О, Прабу, о Господь, я не хочу ничего от тебя. Evam pralabhyamanopi barair loko pralabh barair loko pralabhanai ekantitvad bhagavati naichatano suratam. The Nrisimhadev wanted to give so many things. Нрисимхадев так много хотел дать ему. Но Прохлад Махарадж, feeling, you know, saturation. Он был уже полностью удовлетворен. Он сказал, что я ничего не хочу. Хотя Нрисимхадев предлагал исполнить любое его желание, но Прохлад Махарадж, он чувствовал себя полностью удовлетворенным, ему не нужно было ничего больше. И вот Нарада говорит, Бхакти йогасья тат сарвам антарай арвакаха маннамано Ришикесан смаяман увача. Прохлад could realize, if I take something from Prabhu, смог осознать, если что-то возьму от Господа, то тогда я не смогу получить максимальное благо в моей преданности. Я потеряю бхакти. Бхакти йогасья тат сарвам антарай. It is just against Sudha Bhakti. И вот это против чистой преданности. Это против бхакти. То, что Господь хочет, может быть, Он хочет проверить меня, но я не могу надеяться ничего, поскольку я хочу только бхакти. И вот Нарада говорит. И вот Прохлад Махарадж говорит, о Нрисимхадев, о Прабу, ты спрашиваешь меня, что, что ты хочешь, но я полностью доволен. Я принимаю прибежище от твоих лотосных стоп, Господь. Не пытайся, не пытайся соблазнить меня этими предложениями. Маман пролобхаят патья сакту камишу тайру. Because you know, I took birth in Asura district. Я родился в naturally, kama, kula, в семье асуров, в семье демонов, и вожделение, гнев, жадность, они есть во мне. И поэтому не нужно мне ничего предлагать. Я могу не сдержаться и принять. И поэтому, Господь, не делай этого. Я боюсь всегда, что различные желания захлестнут меня. И в то же самое время ты мой Господь, а я твой слуга. Ты мой Господь, я твой слуга. И не может быть никаких условий, что ты будешь платить мне что-то, я тебе буду служить. Нет, это не так. Между нами нет никаких материальных зависимости. Я люблю тебя. Я не знаю, почему я тебя люблю. Я не знаю, почему я служу тебе. Из-за моей любви. То есть нас связывает только любовь. Перед мной и тобой не должно быть никакой корысти. То есть я люблю тебя без всякой причины, и ты меня любишь. И это наше отношение. All the time you asking, you ask something, ask something, ask something. Well, to honor your speech, to honor you, I can do one thing. Но поскольку ты просишь, чтобы что-то спросил у тебя, то я попрошу тебя, чтобы ты благословил меня так, чтобы никакие желания не явились в моем сердце. Прохлад Махарадж настолько умен, он хотел таким образом выразить почтение словам Нрисимхадева. И вот он говорит, Varang stam vardar shava kama naam hridi sangroho bhavatastu vinevaram.
Jodi dasasi me kaman varan swam varada shava. Because you are Bharada Sabha, Bharada Rishabha. Bharada means those who are giving benediction, значит, you are topmost. Лучший из тех, кто дает благословение. И если ты просишь о прохладе, возьми что-нибудь хорошо, чтобы выразить тебе почтение, я скажу, благослови меня так, чтобы у меня не было никаких материальных желаний в моем сердце. Ты можешь вырвать их с корнем, чтобы я никогда не чувствовал, что у меня какие-то желания. Прохлад Махарадж настолько умен. И вот Прохлад Махарадж говорит: «О Господь, мой отец, он был против тебя». И все время беспокоил меня, как-то пытался навредить, но я не гневаюсь на него и прошу тебя, о Господь, прости его. Мой отец был великим демоном. У него не было бхакти, ничего. Он делал очень много плохих действий, сражался с тобой и прочее. И, может, ты гневаешься на него, но, пожалуйста, прости его, чтобы он смог возвыситься. И вот Прохлад Махарадж, после того, как Прохлад сказал это Нарисимхадеву, Нарисимха сказал: «О, Прохлад, твоего отца я посадил к себе на колени, и я разорвал его живот и грудь, и твой, я прикоснулся к твоему отцу моими руками. И думаешь ли ты, что твой отец падет опять, поскольку сам я прикоснулся к нему? Твой отец, он очень удачлив, и это благодаря тебе. Ты спаситель всей династии, в любую семью, где бы ты ни родился, такой преданный, как ты, где бы ни родился, то 21 поколение предков оно освобождается. Они очищаются. Но это не значит, что есть сиддханта в этом. Это не значит, что Хираньякашипу, его отец, мать, его их отец и мать, нет, это не так. Вишвана Чакравати говорит, что Дживатма, имеется в виду Прохлад Махарадж. Нельзя сказать, что Дживатма, но все же он Сидда Прохлад Махарадж и Садхан Сидда. Есть два вида Прохлада. Я в дальнейшем расскажу о них. И вот та Дживатма, Прохлад Махарадж, где бы он ни рождался в своих прошлых семьях, в прошлых жизнях, когда он до этого был рожден, вот те отец и мать, потом в предыдущей жизни, до этого потом две жизни назад и так далее, они освобождаются. И таким образом Прохлад Махарадж говорит, что еще сказать о твоей славе, где бы ты ни находился, любой насекомое, животные, ящерицы, пауки и прочее, оно все освещается. Бхагават Бхакти настолько могущественна. И вот дальше, почему Прохлад Махарадж сомневался, что его отец не обрел благо? Почему? Вишвана Чакравати говорит, Прохлад Махарадж знал это, когда Нарсимхадев прикоснулся к его щеке и голове. Он... Но почему Прохлад Махарадж спрашивает этот вопрос? И Вишвана Чакравати говорит, что, чтобы получить такое свидетельство от Нарсимхадева, Прохлад Махарадж знает, что его отец, он
получит высшее благо Нарупахлад Махарадж. Он спрашивает, чтобы получить сертификат сладостных устный Симхадева, что такое, как сказать, подписанное свидетельство, что может он кому-то показать, что смотрите, сам Нарисимхадев сказал вот так и так. И поэтому Нарисимхадев, он говорит, он подтверждает, он говорит. Великий преданный, как ты, он очень чист. То, где бы он ни родился, то есть не надо спрашивать, они уже автоматически очищены. 21 поколение его предков, оно все очищается. Настолько великолепно и Прохлад. Если кто-то спрашивает тебя, о Нарисимхадев, о Господь, мы хотим видеть пример твоего преданного. И Нарисимхад говорит, смотрите, Прохлад. Прохлад – это пример на пути преданности. Если кто-то спрашивает меня, мы хотим видеть пример, мы хотим видеть яркий пример, то я могу сказать, смотрите, Прохлад, и тогда вы можете так много узнать от него. И таким образом, Прохлад Махарадж, он возносит молитвы, и Господь, он был очень доволен его молитвами. И поэтому Нарисимхадев, Бабана Мехалу Вактянам Сарвишам сказал такие слова. Что говорит Нарисимхадев? Бабан на санскрите значит ты. Это такое уважительное обращение. Бабан значит Сарвишам Патиругади. Maybe there are so many devotees, but you and I are milestone. Там так много преданных, но ты мильный камень, ты пример. Если кто-то хочет привести, принять яркий пример на пути преданности, это Прохлад Махарадж. И что говорить о благе, которое обрел твой отец? Ты спрашиваешь вопрос о благе твоего отца и думаешь ли ты, что отец падет, хотя он прикоснулся ко мне. Когда прикасаюсь к кому-то, автоматически он... И они могут выше и выше подняться, и они больше не будут падать. И после этого, после этого их разговора, когда седьмая песня начинается, мы находим перед Нарада Юдхиштхир Махарадж, спрашивает так много вопросов. Вот Юдхиштхир Махарадж спрашивает Шукадева. Бабану сутим ичхами нинам дхармаха санатанам барнасрамаюд барнасрамачару ютам ят пумано биндати парам. Hey Rishi, now I like to hear the details about infrastructure of this society. I mean барнасрам дхарма and what is the what your suggestion? We like to hear барнасрам дхарма. Барнасрам дхарме мы хотим узнать о ней. Bhagavan, Bhagavan, Satyamichami, Ninam Dharma Sanatanam. Now I'd like to get determined information about Sanatan Dharma and also about Varnashrama Dharma.
и какие обязанности всех живых существ, что делать, обязанности жены, каковы мужа, обязанности кшатрия, брахмана, шудра и все прочее. Хочу узнать об этом. Обязанности брахмачари, как нужно соблюдать брахмачарию, обязанности саньяси, все это Прохлад Махарадж. Это все говорится, Нарада говорит Юдхиштхире очень подробно. И вот Нарада начал говорить основы. Нарада говорит, о царь, о Юдхиштхира. Это мое первое наставление. Нарада говорит, о царь. Это основа, что Верховный Господь, это основа всего. Верховный Господь – это высшая цель и основа всего. Это дхарма мула. Санатан дхарма, если вы хотите найти первую причину санатан дхармы, то можно Кришну обнаружить. Если будете так идти к первоистокам и увидите, что это Кришна. So dharma mulam hi bhagavan sarva veda mayo hari. What? И что Кришна говорит в Гите? Если будете читать Веданту Упанишады, и если вы не найдете меня там, то смысл изучать все Веды. Это бесполезно. Now so many questions coming. Who is Brahman? Who is Sannyasi? How to, you know, stay in Gurudev house? Who is Brahman? And what is the duty of Sannyasi? What is the duty of Sriya? 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 What is the duty of Sabaho saucham santo sukhanti arjavam jnanam dayachuto matmatatyam satyam cha brahmalakshanam sauryam viryam dhritistejas tyago shatmo jayo chama brahmanateya prasadascho satyam cha kshatralakshanam deva guruvachute bhaktistivargo pariposhanam एन आस्तिक्यम उद्यमो नित्यम नैपुण्यम वैश्यलक्षणम् शुद्रस्य सन्नति सौचम सेवा सामिन्या अमायाया अमंत्रो यज्ञो हि अस्तेयम् सत्यम् गोविप्रलक्षणम् दिस वे इतकी मोबसम Варна и ашрама. И Бхагаван Брахма рассказывает, кто такие брахманы, кшатри, вайши, шудры. И как брахмачарию можно поддерживать, как жить в доме гуру. И вот много наставлений тут, что говорит, что нет. Я и вот есть восемь видов, как сказать, сексуальных отношений с противоположным полом. Например, брахмачарья нельзя смотреть, как совокупляются птицы или собаки. То есть вы соблюдаете брахмачарью, вы не должны смотреть на это никакие. Как сказать, эротические, порнографические картинки, если вы соблюдаете брахмачарию, их не нужно смотреть. Все ваши органы чувств, они должны быть под вашим контролем. Вы должны быть очень осторожны, соблюдая брахмачарию или саньясу, чтобы достичь наивысшую цель. Очень осторожно. Очень много наставлений там, но времени нет у всех. But I like to speak this point. It's very important. Но я хочу сказать важное.
Кто браман, а кто не браман, как определить? Однажды, мы все как бы, и кто-то говорит, что мы все браманы по нашему рождению, но это неправда. То есть это тело браман или ум браман, или ваши семейные эти, как их там, предки браманы. Что значит браман вообще? Это главный вопрос. Если в вашей семье все браманы, но почему мы тогда находим, что сын брамана становится шудрой? Как это возможно вообще? И как это возможно, что Аджамил потерял свое положение брамана и пал? Он стал жить как шудра, а начал общаться с проституткой и прочее, потерял все свое положение, и Дандукари, как он стал привидением, он опускался, и как это возможно? Это значит, тело это не браман, ум тоже не браман, и кто же браман? Самскары, которые развиваете, это есть браман. Я уже сказал вам, это очень важный вопрос, поскольку если весь мир будет слышать это, они могут почувствовать что-то. Есть Джавал и Сатякам. Сатякам пришел к Гаутаме Риши. О, Риши, я хочу жить в твоем ашраме, я хочу получить наставление от тебя по твоим руководствам, что вот эти мальчики, которые учатся в твоей школе, я тоже хочу быть с ними. И Гаутаме Риши спросил, а ты браман? Кто твой отец? И узнай, кто ты вообще. И Сатякам пошел домой назад, отца не было, спросил у матери, у мать, кто мой отец. А мать сказала, я не знаю, как-то я служила разным браманам и прочим, и как-то родила тебя, от кого не знаю. И Сатякам пошел к Гурудеву, Гаутаме Риши, и перед всеми этими мальчиками, ровесниками, он сказал то, что сказал ему мать. О, Риши, я спросил мою мать. Моя мать сказала так, что она не знает, кто я, поскольку не знает, от кого она меня родила. И все начали смеяться и подшучивать над ним. А Гаутаме Риши сказал, остановитесь, не смейтесь. Все эти ученики, они смеялись над ним, а Гаутаме Риши их остановил, не смейтесь, это не шутки. И они испугались, мой мальчик, иди сюда, ты браман. Ты браман, ты лучший из браманов, как это возможно? Поскольку у тебя есть дух говорить истину. Это для небрамана это невозможно было бы сказать перед публикой. И поэтому я принимаю тебя, как своего ученика, ты настоящий браман. У брахмана есть главное качество, нельзя сказать, что брахмачари или саньяси, как бы брахманы, но они если лгут день и ночь, как еще не брахманы, они могут лгать для каких-то мелочей, они саньяси или брахмачари, но врут, как не стесняются. И какие же они браманы? И согласно Бхагаватам, нет, они вообще не браманы. Для каких-то мелочей не готовы врать, говорить о чем-то более серьезном. И поэтому говорится, что если ты не стесняешься сказать такое перед публикой, я уверен, что ты браман, у тебя есть дух брамана говорить истину, и поэтому я принимаю тебя,
я дам тебе посвящение, и он дал ему посвящение. И вот Джавал и Сатьякам – это наивысший пример в нашей, как сказать, в нашем случае. Есть другие примеры я могу привести один за другим. In front of Yudhishthir Maharaj, как Юдхиштхир Махарадж, Нахуш Радж, он по проклятию Риши, Агасти и прочего, он был в форме питона. И Нахуш Риши спросил: «О, царь, кто же Брахмана?» И Юдхиштхир сказал: «Самскары внутри человека, дух – это есть Брахман. Брахман – это не тело. Если Брахман – это тело, то можно Брахманов в брахманской стране найти, по идее. Но почему Агастья Муни стал Брахманом? Почему мы находим то, что Васиштха Муни стал Брахманом? И поэтому Юдхиштхир Махарадж говорит: любая женщина может родить любого ребенка по милости, от какого-то мужчины с любой части мира, но мы не можем так сказать. Варнашам дарма должна быть защищена очень тщательно. Варнашам дарма должна быть защищена. Это наставление Махапрабху. Мы не можем ее разрушить. Дайва Варнашрама не значит, что мы можем делать то, что мы хотим. Дайва Варнашрама не значит, что женщина Запада может жениться на ком-то с Индии. Никакого свидетельства нигде и никогда вы не найдете такого. Варнашрама не значит, что вы можете делать то, что вы хотите. Дайва Варнашрама значит по милости Верховного Господа и согласно вашим предыдущим самскарам, то положение, в котором вы находитесь сейчас, и согласно этому положению вы должны действовать. В одной брахманской семье, в Махабарате я могу везде привести пример, в одной брахманской семье один мальчик стал брахманом. Другой сын стал кшатрием, третий шудры. Я уже сказал вам, у вас должна быть эта способность. Вы не можете понять. В пятой песне говорилось о том, что сын Ришабхадева, у него был 81, из них 81 стали чистыми брахманами. Вы забыли, вы не помните, как это возможно, когда он Ришабхадев кшатри. Может быть, он аватар Бхагавана, но Рамачандра тоже аватар Бхагавана, но он кшатри почему-то. И что делать? И смотрите, и это Дайва Варнашама значит, согласно нашей естественной природе, то, что поддерживает нас, мы должны следовать. Не значит, что если мы родились в семье Брахмана, вы Брахман, кто может такое сказать? Дайва Варнашама значит, согласно вашим прошлым действиям, и сейчас, по милости Господа, вы получили такую природу, такую бабу, и вы должны следовать ей. Вы получили, если вайша вас, или саньяс, но если вы вайши, но вы приняли саньяс, то вы занимаетесь только заработком денег, не нося одежду саньяси, какой же вы брахман в этом случае? И Шрила Прабхупада говорит так: если грихамедха находится в сердце этого саньяси, то прокошен саньяси, и поэтому мы не можем позволить этому системе разрушиться. Мы должны говорить правду под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура. И Шрилы Прабхупады говорит вещи такие, как они есть. У меня нет права изменить Сиддханту.
И кто я, чтобы менять Сиддханту? Я не могу изменить ее. Я могу верить Сиддханте, Шраутапанд. Мы должны доверять ей, предаться ей. И вот 81 сын Ришабхадева стал браманами. 9 стали кшатриями. Бхарат Махарадж стал парамахамсой. А те, кто пишут комментарии, они говорят, иногда вы можете найти, как рис есть, не пропаренный рис, если его положить в какой-то глиняный горшок на долгое время, на несколько лет можно найти, что там какие-то насекомые начинают расти, появляться, скорпионы. Я уже говорил вам, иногда можно найти эти скорпионы, рождаются от отца и матери, иногда просто рождаются из долго лежащего риса, непропаренного риса. Васишта Муни, Дроначарья, как? И вот Дрона, он родился из колчана, которые носят для стрел эти воины. Он оттуда родился, Агастья Муни из какого-то горшка. Васишта Муни от Урваши. Как это возможно? С какой стороны они браманы получаются? Кто браман, а кто нет? Как это рассудить? Идти в суд и судиться, чтобы получить бумажку от каких-то глупых людей, они тоже не знают. Нужно пойти, даже никакой судья не может, но не знает, что такое писание, что такое. То есть он может с своей материальной легальной точки зрения что-то там сказать, но только саду гуру Вайшнава не могут сказать, что есть что. Они знают настоящее, прошлое, будущее. Я могу однажды обсудить это более глубоко. Это общество, они вот Экалабхью очень уважают и оскорбляют Дроначарью. Почему они не принимают? After all, why when is successful when he wanted to get this finger as a donation? Why is merciless? Why Parshuram killing? Вот это почему Парашурам он убил кшатрию 21 раз. Почему? Кто вы, чтобы судить и критиковать о Парашураме? Кто вы? Кто вы, чтобы говорить о том, что Парашурам он жесток? Хотя мы находим только славу Парашурама в Писаниях, Парашурама еще и аватара Господа. Рама Сарира. What Ram? Парашурам. И что это за Рам? Парашурам имеется в виду после Дашаратха Рама. То есть первый Парашурам, и вот там описываются слова Парашурама, и может у вас какое-то неправильное представление о социальном устройстве в том времени, поскольку социальное общество было устроено по-другому совершенно, и вы с вашей точки зрения что-то судите. Это глупо. И также Дроначарья тоже его не уважают, ну там то что-то неправильно понимают. Но опять же, вы помните, что мы находитесь в Шраутапанте, а другое общество оно не находится на этом пути. Они не могут понять настоящую славу Дроначарьи и Арджуны.
они глупы, они не могут понять. Я могу как-то это обсудить в следующий день, это очень долгая тема, очень обширная. И мы всегда думаем и делаем выводы подобно глупцам, но у нас нет такого глубинного видения Писаний и прочего, но вы должны принять такого гуру, у кого есть эти два качества, это прямое осознание и то, что следует в Писаниях. Иногда вы спрашиваете «Матхьяма-тхикари». Да, Матхьяма-тхикари позволен, но Матхьяма-тхикари, у него тоже какие-то есть анартхи. Какие-то недостатки, но у Парамахамса нет этих анартхи. Может, эти анартхи не могут как-то на вас, на него влиять, но какие-то остатки анартхи могут быть, но у Парамахамса нет такого. Но у него есть свое право давать посвящение. И если его характер он совершенен, но он пытается совершать баджан, вы можете, его не нужно оставлять, можете взять его разрешение, чтобы он разрешил вам принять какого-то более возвышенного вайшнава, как шикша-гуру. Если у вашего гуру нет зависти, то он вам разрешит. И тогда, оставлять его как бы не нужно. Матхьяма-тхикари, который находится на третьей степени, Матхьяма-тхикари, он очень хорош. Но если такой на начальный уровень Матхьяма-тхикари, это плохо. На второй тоже как бы большой вопрос, но на третьем еще можно принять прибежище. То есть у Матхьяма-тхикари на третьем уровне, на высшем уровне, на первом, на нижнем и среднем не стоит. И вот кто Матхьяма-тхикари в этой шлоке говорится. И вот вопрос, кто браман, а кто не браман. Браман – это тело или семья? Нет. Браман – это баба, это чувство внутри вашего сердца. Брамани бичарати ити браман. Who is not having no connection with Brahman. Те, у кого нет связи с Браманом, с Верховным Брахмавасту, с Кришной, то вы не Браман. Браман значит, у вас должна быть связь с Брахмой. Браман значит, вы должны иметь связь с Брахмой, иначе какой же Браман? Если есть Брахмачарья, Брахмачарья значит... Те, кто путешествует, кто в сознании Брахмана находится, Брахман значит не безличный Брахма, такой личностный Брахма, а олицетворенный. И тот, кто размышляет всегда об этом Брахме, он есть Брахмачарья. Брахмасари, сари, чаран, значит, он думает всегда, он о Брахме, его ум вращает, вокруг Брахмы всегда вращается, и поэтому он брахмачари. И поэтому и сейчас седьмая песня, 15 глава, Юдхиштхира Махарадж, Нараджа Махарадж говорит, ты должен победить Тама Гуну с помощью Раджа Гуны, Раджа с помощью Сатвы и победить Сатву с помощью чистой Сатвы. И все вы это можете делать очень с помощью Гуру Севы, если вы достаточно удачливы, чтобы принять настоящего Гуру, тогда вы можете обрести невиданную силу. All you can get. Вы все можете обрести. Этот сарвам гуру бхакта. You can cut material bondage. Вы можете избавиться от материального рабства, от майи, по милости гуру.
Гуру Бхакти, с помощью Гуру Бхакти, Гуру Сева. Анджаса значит очень просто, вы можете победить Майю. С помощью милости Гуру вы можете избавиться от ее влияния, это очень просто. Но этого мы не можем сделать. Если вы саньяси или брамачари, если видьян пандит, но если вы есть какие-то желания, привязанности, сегодня или завтра вы потеряете всю вашу силу через эту, этот недостаток, через эту привязанность. Это описывается. Ганун чайва, ганун чайва вакирьяте. All your knowledge, all your ваше знание, ваш баджан, силу баджани, которую вы развили, если у вас какая-то привязанность. И через эту привязанность это подобно дырке в, ну, в лодке, и вы через нее вы потеряете все. Через это недостаток, через эту слабость. That's why. И поэтому Нарада говорит. Имя, слава, сила, знания. Если кто-то недоволен, не самоудовлетворен, он чувствует какое-то неудовлетворение, и из-за этого сегодня или завтра он потеряет все через это неудовлетворение, и через эту привязанность к чему-то. Сраванти индио лоулена гьянан чайва авакирьяте. Ваше знание и сила, она тоже может уйти, как вы знаете. Кешава Госвами Махарадж, он очень могуществен. Откуда? Его сила, она говорит сама за себя, что он настоящий. Его сила, она сама за себя говорит, что он истинный, настоящий. Я завтра буду об этом говорить. И вот... Так много наставлений здесь, что говорите, что нет. И вот я говорю, о, сейчас восьмая песня. И там Ману Вамша. И вот мы говорим о царе Индрадюмне, который по проклятию Агастириша, он стал слоном. И вот сейчас мы говорим о Гаджендре. И Гаджендра Индрадюмна, он великий царь, он совершал баджан, и Риши пришел к нему, и он не выразил ему почтения, даже не встал, не поклонился, Риши проклял его, что ты как слон, ты сошел с ума, ты даже не выражаешь почтения таким уважаемым личностям, как я, и ты потеряешь свое положение. Стань слоном. То, что ты думаешь как слон. Даже не думаешь, не считаешь необходимым выразить непочтение. Он проклял Агастью. И он пал и принял рождение как слон в лесу. И это был очень прекрасный лес. Там был прекрасный водоем, фрукты, все прочее, овощи, все росло в лесу. В этом лесу. И описание этого леса, если я буду его описывать, это очень долго. Ну, там, в общем, подробно описывается, где он родился, этот слон. И этот слон был Индрадюмной. И вот он начал думать, что я слон, и он общался с слонихами. У него было много детей, жил такой счастливой семейной жизнью в лесу. Однажды он ходил со своими детьми по лесу, они там ели, омывались в
озере там и не помнил же, какие же его обязанности. И тогда мы находим, что Шукадев Госвами говорит, что в этом озере был крокодил, и этот слон со всей семьей, он хотел омыться там, но они не видели этого крокодила. И когда они омывались, наслаждались, и вдруг внезапно крокодил наступил. Крокодил схватил за ногу слона, и слон начал кричать, все жены и дети, они удивились, что случилось. И смотрит, его схватил за ногу крокодил. И все его дети, жены, и все остальные, они пытались вытащить этого Гаджараджа, вытащить его, но они хоботами схватили все за него и начали тащить его, пытались вытащить его из воды чуть назад вперед, но не получалось ничего. Это проблема была для Гаджендры. И вот Гаджендра думал, как же спастись от этого крокодила. И через долгое время он вспомнил, я совершал баджан в прошлой жизни, и почему же сейчас я не приму прибежище у того Верховного Господа, который может спасти меня, поскольку вся Вселенная под его контролем, он может сделать все, что он хочет. Поскольку сила человека, она ограничена. У них все ограничено. У вас есть сила, у кого-то еще сила, но она вся ограничена. Но Верховный Господь, Он всемогущ. И почему бы я не пойти, не вознести ему молитву? И поэтому Гаджендра вспомнил, я совершал баджан в прошлой жизни, и я помню ту мантру. И вот и вот он, Шукадев Госвами говорит, третья глава. Ивам бевошито буддья самадхаю ману хрди джаджап парамам джапьям прагаянаман сикшитам. Ивам бевошито буддья самадхаю ману хрди. He wanted to resolve this problem in heart. Хотел решить эту проблему. И ум, тело, разум. Evam bevushito buddhya samadhayo manohrdi. Final settlement. The elephant could come into final settlement to jap. I can chant the mantra. Jajapo paramam japyam pragajanmanusikshitam pragvane. Previous life, he got from Gurudev. И вот он вспомнил свою прошлую жизнь, и он вспомнил мантру, которую он повторял. И Гаджендра начал возносить молитву: «О Верховный Господь, никто не может видеть тебя». How? И как? Гаджендра. Он начал говорить стотру, но имя не повторял. Как в Веданте нельзя найти имени. В Веданте только признаки качества Бхагавана описываются. Бхагаван такой, такой, такой. И, то есть так мы не можем обрести, так можем, и всякие аргументы в Веданте присутствуют. В Веданте очень такая тонкая логика. Это трансцендентная логика, не материальная. В Веданте можно найти всякие аргументы, то это то, это не то и прочее. И таким образом здесь Гаджендра, он говорил, Гаджендра is speaking just like, you know, Vedanta.
так как в Веданте нет конкретного имени, он не описывает какого-то имени конкретного. И вот Гаджендра говорит. Ом намо Бхагавате тасмахи яту этат чидатмакам пурушая ади биджайо парешая бидхимахи. Ом намо Бхагавате тасмахи яту этат чидатмакам пурушая ади биджайо парешая бидхимахи. Ясмин идам ятас чедам джине дам я идам саям. Йо асмад парасмакча парастам прападде сангхубам. Ясмин идам ятас чедам джене дам я идам саям. Йо асмад парасмакча парастам прападде сангхубам. This way we can see like Vedanta. И таким образом, как Веданте, он молился Господу. Только Верховный Господь мог осознать, что Он его зовет, но все полубоги, Брахма, Шанкара и остальные, они не могли понять, кого же Он зовет. Но и все полубоги пришли, и, может, нас зовет ее. На всякий случай они пришли. То есть каждый думал, что он его зовет, но имя конкретно не называет нас. Есть там уважение, если он нас позовет, мы придем, а если не зовет, то смысл приходить. И таким образом Гаджендра возносил стотру. Завтра будем ее обсуждать более подробно. Now I like to finish here. Сегодня, на сегодня мы заканчиваем. Если вопросы какие-то. So first, you know, first I started with this shloka. What shloka? You can remember? Помните? Наитат ману ме табо катас вайкунтанар самприяте дурита душчам саад тиврам каматурам харсасок вайшанартам тасмин катам Таба гатим бимисами дина, тасмин катам, таба гатим бимисами дина. Ом намо Бхагавате тасмай, ято ета чидатмакам, пурушая ади бияйо, парушая бидхимахи. Ванчакарпатарусика басиндвевача, пацитанам павана бхавишна, бьо намо.